Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 13 августа, и я решил снять рынок, который у нас устанавливается в субботу. Я сейчас нахожусь в центре Махмутлара, около башни часов. Так, давно я не снимал вам ролики, так что сейчас вы увидите цены на сегодняшний день. Облачно, но 32 градуса. Так что смотрим, ставим лайки и комментируем. Посмотрим, насколько изменились цены на рынке. Я давно не снимал. Сейчас каждый будет предлагать свой товар. А, у меня руки заняты. Не получится что-то купить. Вот видите, напрямую. Кактус. Открывают там. Внутри сладкая какая штучка. Сезон начался. Это плод рожкового дерева. Витамин. Очень полезно. Я каждое утро употребляю с теплой водой вместо чая. Из-за этого всегда здоровый такой. Энергичный. Здрасте. Да. Зелень, мелень. 5 лир. Редиска. Есть. Ах, улыбаться буду сейчас. Персик 15 лир, яблоки 10, огурцы 8. Sen de burada mısın abicim? Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar sana. Ne yapayım? Meşhur. Он хочет стать знаменитый. Так. Вот. Вот какой вот перец мелкий. Татлы мы был? А, это сладкий, не горький. Интересно. А, еще икра. 15 лир пакет. Именно чешские яблоки. Яйла. 10 лир. Картошки вот тоже без ГМО. Советы покупать у этих пожилых людей. Пардон. Фиаты не дыра обладим? 12 килосы мы? Килограмм. Кач кило? Йо, шуан, як, элимде чекио. Сене реклам яфадим, аблад. Хаде, талам. 10 лир улыбка в подарок, чеснок. Извините. Баклажан 4 лиры. Арбуз, это кажется сельский арбуз. Вот. Абидим, кёй бу, супер. Гери гелип алуёрум. Гери гелип алуёрум. Килосу ма 4 лира? Супер. Гедим гелип алуёрум. Вот я его куплю. Насли виноград. Инжир 30 лир, баучер 25 лир, виноград, персик, клубника 30 лир, сливы 15 лир. Ой-ой-ой! Бунур фи пошетти некала? 25 лир. Название забыл, 25 лир. Ады нейди буну? Ады? А, blueberry. Hangisi kırmızı? Это драконий орангутаний гранат. Bu kırmızı mı yoksa beyaz? Это кажется белый внутри, у него листья зеленые. Enerji sefidas. Beyaz mı bu? Kırmızı. Enerji sefidas. Beyaz mı kırmızı mı? Beyaz. Белый здесь, а эти красные. Bunun farkı nereden? Nereden buluyorsun? Bu kırmızı, bu da beyaz. Kırmızı hangisi?
Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kırmızı olduğunu? Yapraklarından mı? Aynen. По листьям узнают, красное вот это. Есть белый сорт, есть красный. Pardon. Ах, абрикосы вкусные, 30 филер, надо тоже пройти купить. Клетки, витамины. Там у нас одежду все продают. Советую также взять бренды в магазинах, там, например, как LCV Ticket, DeFacto, или заказывать все через интернет. Трендьол, Хепсиборода, Морхипо, N11, Гиттигидер закрыли уже и тому подобное. Там бывают скидки. Баклажан 5 лир. Скачайте онлайн-приложение, можете все заказывать оттуда, если есть терпение. 3-5 дней товар будет дома у вас. Бесплатная доставка до дома. Фиат неде? 25 лир килограмм. Кирза как-то, не помню, как называлась. Словарный запас уже уходит. Слив болгарский перец. Это гранат счастья или горд кудрет. Фото калдырдым абы. Калдырдым. Видео чекиорум, фотограф дейл. Фотограф ясак. Тамам, тамам. А? Бильмёрум. Сказал, что фотография запрещена, но я видео снимаю, а не фотография. Понервничал, видишь, женщина? 10 лет. Да. Дорогие зрители, вы такой, бу не облажен, бу нерден бу... Баклажан. Bu ne? Böyle patlıcan mı olur? Cinsi böyle. Aynı cinsi böyle abi. Buyurun mu hanımefendi? Mükemmel abi. Buna ne cins derlerdi? Köy patlıcan diye ektim ben bunu. Я впервые в жизни вижу такой баклажан. Çok güzel. Дорогие зрители. Bunların siyahı da vardı bir ara. Что это такое? Çok da böyle. Çok da böyle. Paranın yok ki şimdi. 20 kadar. Çok haftalık bir şey. Fiyatı nedir? 10 kilogram. Yok şu an değil. Pardon. Aşağıda ver bıçağa bakalım. 3-5 hareket oldu ya. 68. Кокос. Кто хочет выпить кокосовый сок? Танеси не кадар олио? 60 лир полностью заполнено. Маленький помидор 13 лир. Дыня 15 килограмм. 5 лир арбуз. Поржали, поплакали. Как здесь вкусно все выглядит. Да. Вот это вот превью. Знаете, съешьте все. У кого-то слюни потекли. У кого-то нос почек. Так, здесь вот еще пакет у нас.
20 лет, 30 лет. Пакет blueberry. Тринадцать лир дыня. Жена 2 лир дешевле, чем ты там. 225 Кения, Конья. А будем дору Кения мы бу. Так, не совсем сладкий. Вот видите, драконий. Гранат внутри белая. Угу. Так. Дыня 8 лир. Карпус не когда? 5 штейна. 7 лир помидоры. Сечки помидор 12 лир. Вот зеленый вот с розовым таким цветом. Органика, натуральный. Огурцы 8 лир. Черри 12 лир. Можете приходить вечером, цены немножко упадут. 6:30, 7 часов вечера. Орехи 200 лир. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Yolunda yaşıyor. Вот такой маленькая клубничка 10 лет. Для варенья написано, для варенья. 20 лир. Зелень мелень 10 лир. Кинза 10 лир. Я что-то много купила. 20 лет у нас фасоли. Угу. 20 лир бананы. Ого. Это надо мне точно купить. Малина. Куда? Enişte börtten gelecek. Börtten gelecek. Картошка 10 лет. 10 лир у нас лук. Большая картошка 12 лир. 20, 30. Вишня 30 лир. Персики с бурсы 15 лир. Сейчас посмотрим в этой стороне, сколько цены. Сравним. 20 лир. 30 лир. Алло. Ну, кажется, цены одинаковые, но здесь 15 лир большой пакет. Лавровый лист.
Ну, почти плюс-минус все везде одинаковые. Короче, все понятно, здесь хлеб. Я сейчас молочные продукты вам покажу. Нажму паузу. Merhaba abi. Fiyatlar değişti mi? Yok, hepsi aynı. Tereyağı ne kadar? Babacım, tereyağın kilosu 120 lira. 120 lira sliviçli maçlar. Kilogram da. Abla. Baba. Baba. Abi gel, nereye gel. Ne var sonra? Edam, Mazdam, Gouda, Mazdam, Türk işe parmezana, İtalyan iski parmezan. Fiyat. Fiyat ne? O 380. 380. Da, это оригинал işte фрику Гауда. Çek gavudayı. Gavuda. Yakınlaştır. Fiyat nedir? Bu 380. 380. Bu ne? Bu da Mazdam. Mazdam. Fiyat nedir? Bunun kilosu da 380 olur sana. 380. Hep üzerinde yazar bak Mazdam. 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 Teşekkürler. Buradaki peynirler ne? 60 keçi, inek. Eda kuzisir. Kuzisir. Eda beş soli. Karuş eta. Eda karuve. 600 lira kilogram. Это mozzarella. Mozzarella. Meme dişevli ha. 150 lira kilogram. Одну съем. Да. А? Хорош это. Девище, куда? Скидки есть, давай, самый вкусный, без соли, оливки есть. Скидки? Домашний. Getir abi, getir камеры. Getir. Это оливки без соли, домашний. Хорош оливки это. Домашний. Цветные оливки. Вкусно? Очень вкусно. Здесь тоже почти цены одинаковые. Я могу купить квашеную капусту? В этот раз. Почему не перезвонил? Сейчас. А здесь тоже снимем. Пармезан. Какой-то полезный против каких-то болезней, как-то мне объясняли. Не знаю. Вы там возьмите калькулятор, посчитайте свои расходы, плюс-минус поймете, сколько день или на неделю хватит всего вот этого. А я сейчас покажу вам цены на мясо, на курицу. Abi merhabalar. Fiyatları öğrenelim. Bugüne tavuk koy. Kastı telefon. Şey kanatlar ne kadar? 90 lira. 90 lira. But. 50 lira. 50 lira. Bu kebaplık ızgaralar falan. 65. 65 lira. Уже готовы под шашлык. Bunlar da mı 65? Ne kadar da? 95. Etin kilosu ne olmuş? Вот цены. Вот. YouTube'a insanlara yurt dışındaki görüşülen fiyatlar ne olmuş ne olmuş. Hesap kitap yapıyorlar. Günlük ne kadar para harcıyor dönüyor. Aha. YouTube açmak istersen çeksin. Ben burada çekebilirsin. Ben YouTuber'ım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Et bedava vereceksin hediye onlara. İyi. Gelen müşterilere.
%35 indirim yapılacak dedi Cumhurbaşkanı. Duydunuz mu? Biz görmedik Cumhurbaşkanı. %25-35 zam şey indirim yapılacakmış. Abi indirim yapılmış. Şu an yapılmadı indirim. Вроде президент сказал, что 35% будет цена упадет на мясо, но пока цены еще не упали, не знаю, с какой даты упадут. На данный момент такие цены. Все. Мои ножки подойдут? Нет, не подойдут. Итак, дорогие зрители, показал, что смог. Спасибо, поставьте там лайк, майк, спайк. Пуки-пуки, комменты пишите туда, чтобы просмотров было больше и чтобы мой ролик попал в тренд. Все, всем пока-пока, дорогие зрители.